Весной подъездные пути к загородным участкам во многих случаях затруднены. В отличие от традиционных видов фундамента, монтаж винтовых свай возможен и в этих условиях, поскольку технология не предполагает использование специальной тяжелой техники. В удобное для клиента время производится пробное бурение и уточняется состав грунта. Далее, в соответствии с пожеланиями хозяина будущего дома, следует разметка свайного поля на участке. После этого приступают к завинчиванию свай. Процесс может производиться ручным или механическим способом с помощью компактного оборудования. Каждая свая имеет антикоррозийное покрытие. Это увеличивает ее сопротивляемость агрессивной влажной среде. Ствол сваи заполняется цементно-песчаным составом. Наверх устанавливаются и привариваются оголовки. Монтаж занимает один день. Сразу после этого можно приступать к строительству дома. Новый фундамент прочен, долговечен и абсолютно безопасен. Он надежно защитит дом от весенних подтоплений и прослужит своим хозяевам более 100 лет.